Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, а перед нами iPhone 13 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве записать видео в режиме slow motion. Для того, чтобы это сделать, мы открываем камеру нашего телефона. И в камере, вот как я, листаем в сторону до пункта замедленно. Это и есть наш slow motion. Дальше мы можем выбрать количество кадров в секунду во время съемки в режиме slow motion в правом верхнем углу. Таким образом, здесь можем выбрать 120 или 240. От этого напрямую зависит то, как много места на диске в будущем будет занимать видео. После этого нажимаем на красную кнопку, чтобы начать нашу запись. Мы снимаем вот сейчас видео, можем его закончить. Давайте нажмем, чтобы открыть, и посмотрим его. Ладно, смотреть не будем, я вам покажу, как поменять момент, в котором у нас есть slow motion. Для этого мы нажимаем на кнопочку «Править» и видим вот такой вот, вот такие вот ползунки посерединке. Вот между вот этими моими двумя пальцами видео замедлено в этом моменте, и в этом моменте видео с нормальной скоростью. Таким образом, мы можем менять, в каком моменте будет замедлено видео, или можем сделать, чтобы все видео было замедлено. Мы же на данном моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве вы можете посмотреть у нас на канале, так что обязательно зайдите и подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания!